Чтобы зимой город не замерз, в камне Наби будут создавать новый МУП. Об этом сегодня шла речь на заседании депутатов городского совета. Наш корреспондент Анастасия Дороган побывала в городе, где старт отопительного сезона пока под вопросом. За полмесяца до срока готовности к зиме в камне Наби неизвестно, какое муниципальное предприятие будет отапливать город. То, что существует сейчас, имеет долги в 20 миллионов, и оно практически банкрот. Сегодня на сессии Виктор Попов, председатель комитета ЖКХ Каменского района, заявил о создании нового МУП, как он заявил, с новым предприятием. Напомним, местные депутаты на протяжении года отказываются повышать тарифы на тепло. Они уверены, что одним их увеличением проблему не решить. Нерешенным остается вопрос и с углем, пока его в камне нет. Сейчас идут переговоры с Кузбасс-Угольсбытом на поставку 13 тысяч тонн для того, чтобы начать отопительный сезон. А накануне местная администрация подписала соглашение о поставке новых котлов оборудования на сумму 9 миллионов рублей. Подробнее о ситуации в камне Наби, куда, напомним, была направлена комиссия правительства региона, чтобы исключить срывы отопительного сезона, расскажем в ближайших выпусках.